финальных пенальти, партнером которого является сеть автозаправочных комплексов «Торетто». Для каждого домашнего матча наши болельщики берут метровые штрафные, и лучший пенальтист получает 50 литров бензина. Представляю голкипера, который сегодня будет отражать, пытаться отражать и отражать один удары. Это вратарь футбольного клуба «Сокол» Егор Лисицкий. И поскольку не очень-то тепло, наверное, сразу так активненько начнем. Первый сегодняшний участник – это Александр Кондрик. Удар. На месте вратарь Сергей Пронин. Удар, точное попадание, первый претендент на победу, Иван Холчевников. Сейчас. На месте голкип. Андрей Шилов. Удар мимо цели. Артем Конищев. Каждый участник сегодня получит призы. Один человек 50 литров бензина. Остальные поощрительные призы. Удар. Точно. Руслан следующий у нас участник. Пока два точных попадания. На месте вратарь Евгений Гонтарюк. Удар. Ну, по-моему, не было взятия. Перекладина спасла ворота от взятия. Кудошин Дмитрий Андреевич. Точное попадание практически в девятку. Николай Поздняков. Удар выше цели. И последний на сегодня участник Сергей Горелкин. Прошу прощения, Илья Горелкин. Точное попадание. Сергей Пронин. На месте голкипер Артем Конищев. Разыгрываем 50 литров бензина. Остальные участники получат поощрительные призы. Кафе «Мистер Блин». Точно, Артем. Кудошин Дмитрий. На месте вратарь. И сейчас, может быть, кульминация Илья Горелкин. Если Илья забивает, то нас ожидает третий раунд. Если не забивает, ну, поживем, увидим. Удар. Точное попадание. Третий раунд. Артем Конищ.
Два претендента на победу. Разбег. Удар. Точно в девятку. Красивое попадание. Илья Горелкин чем ответит. На кону 50 литров бензина. Поддерживаем участников. Удар. Точно. И снова Артем Конищев. На месте вратарь. Если сейчас Илья Горелкин забьет, он победитель. Если не забьет, будет еще один раунд. 50 литров бензина. Остальные участники получают призы от кафе «Мистер Блин». Удар. Точно. Есть победитель. Илья Горелкин получает 50 литров бензина. Спасибо огромное Егору Лисицкому. Благодарность от голкипера. Спасибо за отраженные 11 удары. И Илья получает сертификат на 50 литров бензина. Все остальные участники получают почисленные призы от кафе «Мистер Блин». Это сертификат на получение двух блинов. Месяц Блин и Блин Дуэт. На этом все. Всем счастливо. Участвуйте в конкурсе.